Ну и вонь же в этих пещерах. Хорошего топлива они сроду не видели. Теперь мне понятно, почему они такие злые. Насколько долго мы будем блуждать этими тоннелями? Мы не встретили еще ни единого врага. У меня уже руки чешутся. Когда-то я уже попадал в эти лабиринты смерти. Выбрался лишь спустя несколько месяцев. Ты тоже это слышал? Мы движемся в правильном направлении. Надерем им зад. Наконец-то ты снова в строю, Аид. Рад тебя видеть в здравии. Мой владыка. Знакомься с вершиной моей инженерной мысли. Его зовут Булыжник. Святые угодники, ну здравствуй. Как видишь, теперь есть кому оборонять подземелья. И ты можешь отправиться в земли советов на помощь японской армии. Погоди-ка, Федя. Похоже, вот и наша цель. И он движется в нашу сторону. Ну и переросток. Открываем огонь на поражение. Будет крайне сложно. Выпускай залп и завали ему проход. Заметно, что вы уже имели опыт работы с алмазами. Ваша работа филигранна. Мы те, кто помогали вам в прокачке Дориана. Осторожно, солдаты! Начинай обжиг! Хороший темп, парни! Совсем скоро мы получим нужное количество бронепластин. Установка, инженеры! Алмазная кольчуга уже готова? Никак нет, еще не готова, но все идет по плану. Вскоре закончим. Ну как ты себя чувствуешь, пельмень? Нравится новая броня? Намного уверенней. Спасибо, Рагер, я перед тобой в долгу. Отблагодаришь нас всех значимой победой. А сейчас повесим дополнительную кольчугу. Парни, плохая новость из передовой. Обнаружен неизвестный гигант, и он движется в сторону нашего завода. Отлично, это будет хорошим испытанием моей новой алмазной брони. Похоже, сейчас не лучшее время отправляться в рейд. На нас напали. Это не столь большая проблема для меня и булыжника. Вскоре мы здесь все зачистим. Можешь даже не сомневаться. Пожелайте мне удачи. Победа будет за нами. За мной, парни.
Булыжнику нужна помощь. Дориан, надеюсь, ты еще помнишь Давида? Разумеется, славный воин. А что с ним? Левиафан пленил его разум, усилил броню и отправил на опустошение наших земель. Только тебе по силам дать ему равный бой. Заправляйте баки до полного. Пора делать ноги, товарищи! На нас напали демоны! Мы все умрем! Мне жаль тратить на вас боезапас! Бегите, глупцы! Первая победа и без единого выстрела. Мне начинает это нравиться. Настало время битвы. Я дам тебе возможность выбора. Сдавайся, либо умри. Я никогда не предам своих друзей. Тебе не избежать смерти. Ты сделал свой выбор. Нюхай бебру, демон. Тихосенько потрудился над ботинкой, гад ты американец. Не подкачай и в этот раз. Парни, завозите руду. Здесь немного вольфрама для брони. Приглядывайте за американской. Я с Хатте и Ямамото еду на свой завод и вскоре вернусь. Это твой шанс, Брэдли! Не упусти его! Погружайте вольфрамовую руду в печи! Да поживее! Осталось привести его в чувство. Материнская плата уцелела. Сейчас он все вспомнит. Разнеси здесь все, родненький.